Канадская оппозиция предлагает вооружить Украину. Представитель консервативной партии заявил, что Оттава должна передать Киеву стрелковое и легкое оружие, которое уже закуплено и находится на складе. Отмечу, на минувшей неделе на полигоне в Черниговской области Украина впервые испытала переносные противотанковые комплексы «Джевелин», которые поставлены Соединенными Штатами. Заключая сделку, Вашингтон выдвинул условие. Это оружие запрещено использовать на линии соприкосновения в Донбассе. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике заявили, что поставки американского оружия Украине могут привести к обострению ситуации.